ехали на Форде по сейчас на Путиловской от Кубинской стачек. Туда стояла пробка, а ребята на марке решили по червону казачьи проскочить через сплошную прямо туда. И между машин вылезли и в метре от нас все, и мы им починили и засадили. Ну а пострадавшие есть? Двое там сильно пострадавших парней, да, водители, пассажиры. Их увезли? Да, на скорой. На большой скорости они ехали? Да нет, мы оттуда ехали, два переезда притормаживали. Нет, скажите, правда, такая скорость, если машина туда выдернулась, с какой скоростью надо ехать? Вот, да, судите логично. Не надо ездить. Только не чавка на меня. Мою сестру акцию называть не надо. Что? Так, руку подпишись, с какой скоростью надо подпишись, так машина... От чавки, не говори мне надо. С какой скоростью надо подпишись? Давай, давай, спрашивай, какой мини. Он даже не останавливается между машинами. Проскочил. Там же не было тормозного пути. Я за ними стоял. То есть вы свидетель? Я просто подскочил, одеяло там дать парню нехорошо было.